где найти... Ненецкий округ вошел в число 19 субъектов, которые с 1 января получат право использовать новый режим налогообложения для самозанятых. Соответствующий законопроект принят Государственной Думой. Ранее такая схема налогообложения была введена в Москве, Московской и Калужской областях в Республике Татарстан. О нововведениях, которые вступят в силу уже с 1 января, самозанятым гражданам рассказали в ходе круглого стола, который прошел при участии специалистов профильного департамента и межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы. Налог на профессиональный доход для самозанятых рассчитан на тех, кто занимается пассажирскими перевозками, репетиторством, рекламой, дают консультации или сдают квартиры в аренду. В общем, те граждане, которые работают на себя, а также чей доход не превышает 2 400 000 рублей в год. На сегодня, вот, например, многие сдают квартиры, получают доходы, кто-то сдает отчетность и платит налоги, кто-то нет. В данном случае, если, например, гражданин сдает квартиру, получает доходы, он заплатил свои 4%, он полноценный гражданин, никогда никто к нему не придет и не скажет: оплати, потому что у тебя по счету там такие-то вот, или кто-то написал, что вы не платите налоги. Поэтому это нормальный правовой статус, это комфортное состояние этого человека, получающего дополнительные доходы. Ставка налогообложения достигает 4% с дохода за оказание услуг или продажу товаров физлицам и 6% за работу с юридическими лицами. При этом самозанятые граждане освобождаются от уплаты 13% подоходного налога. Все обычные граждане, да, они платят. Все мы платим, как правило, 13% налога на доход физических лиц от всех полученных доходов. Да. Данный же режим предполагает две пониженные ставки, это 4-6%, соответственно, 4% для при оказании услуги передачи товаров физическим лицам и 6% от, для при оказании услуг выполнения работы передачи товаров организациям. Второе, при регистрации в качестве плательщика данного специального налогового режима гражданин не становится предпринимателем, организация упрощена. Согласно закону, принятому Госдумой России, самозанятым гражданам предлагается зарегистрироваться в онлайн-приложении «Мой налог», через который они автоматически и будут уплачивать налог на профессиональный доход. Не нужно предоставлять какой-либо отчетности, то есть налоговый орган сам известит через, опять же, мобильное приложение о сумме налога к уплате, ее нужно будет уплатить. Как я уже сказал, никакой отчетности при этом предоставлять не нужно. При этом мобильное приложение, оно само агрегирует кассовый чек, который нужно будет выставить покупателю, либо получателю работы услуг. Его нужно выставить будет как бумажным, так и в электронном виде. Напомню, Ненецкий округ вошел в число 19 субъектов, которые с 1 января следующего года получат право использовать новый режим налогообложения для самозанятых. В комплексном центре социального обслуживания доставлена последняя партия новогодних подарков для детских садов и школ Наринмара и поселка Искателей. На приобретение подарочных наборов для детей, а это свыше 7 500 подарков, из окружного бюджета направлено порядка 5 миллионов рублей. Контракт на поставку был заключен с компанией «Трейд». Каждый новогодний подарок упакован в подарочный тканный мешок с новогодней символикой. Содержимое традиционно состоит из кондитерского набора весом не менее 1 килограмма и сувенира. Новогодние подарки для неорганизованных детей, не посещающих образовательные учреждения, можно получить в отделении социальной помощи семье и детям КЦСО по адресу улица Рабочая, 18, кабинет номер 14. Как пояснили в учреждении, выдача подарков осуществляется в будние дни с 8:30 до 12:30 и с 13:30 до 17:30. Для получения подарка родителю необходимо иметь при себе паспорт, свидетельство о рождении ребенка и свидетельство о регистрации по месту пребывания ребенка в Наринмаре или поселке Искателей, уточнили специалисты комплексного центра социального обслуживания. Дошколята и школьники начального звена получат подарки во время новогодних утренников. Студентов-медиков и ординаторов поддержат из средств окружного бюджета. Более 12 миллионов рублей направлено на дополнительную поддержку этой категории граждан. С 1 января 2019 года в Ненецком автономном округе начали действовать дополнительные меры социальной поддержки студентов и ординаторов медицинских высших образовательных организаций. Соответствующий закон, инициированный губернатором Ненецкого автономного округа Александром Цибульским, был принят в конце 2018 года. С начала 2019 года на дополнительные меры поддержки студентов и ординаторов из окружного бюджета уже направлено более 12 миллионов рублей. Речь идет о стипендии, компенсации стоимости аренды жилья за пределами округа и проезда к месту учебы и обратно, а также к месту практики. Так, обучающиеся на отлично могут рассчитывать на ежемесячную стипендию в размере 5000 рублей. Тем, кто учится на хорошо и отлично, и хорошо, полагается стипендия в 3000 рублей.
Кроме того, из бюджета округа компенсируется аренда жилья за пределами региона, но не более 10 тысяч рублей, и проезд к месту учебы и обратно раз в 2 года, а также ежегодно к месту прохождения производственной практики и обратно, но не более 20 тысяч рублей. По информации профильного департамента, такими мерами поддержки сегодня пользуются 5 отличников и 9 человек, учащихся на хорошо. Им выплачена стипендия на общую сумму 5,7 миллиона рублей. Более 5 миллионов направлено на компенсацию части стоимости аренды жилья в Санкт-Петербурге, Архангельске и Сыктывкаре. Такой мерой поддержки воспользовались 13 человек. Компенсация стоимости проезда к месту учебы и обратно, а также к месту прохождения производственной практики выплачена 11 студентам. На эти цели из бюджета округа направлено 1,3 миллиона рублей. Получить лекарственные препараты жителям сел станет проще. Поправки в окружной закон, касающиеся обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, рассмотрели парламентарии региона на заседании постоянной комиссии по социальной политике. Окружной закон приводится в соответствии с федеральным законом об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации. В нем закреплено, что отдельные функции лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов для оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи, могут быть возложены на акушерку. В действующей редакции окружного закона также функциональные обязанности возложены на врача и фельдшера. То есть не предусмотрена возможность возложения назначения и применения лекарственных препаратов акушерки. Рассматриваем проект закона о внесении изменений в закон округа. Предлагается устранить этот пробел и наделить этими полномочиями. И мы тогда ту проблему, которая сегодня существует, закроем и узаконим возможность назначения и выписки лекарственных препаратов на селе данными категориями медицинских работников. Доработанный проект закона с учетом замечаний экспертно-правового управления аппарата собрания депутатов Ненецкого автономного округа внесут на рассмотрение сессии регионального парламента, которая состоится 19 декабря. При обсуждении этого законопроекта депутат Матвей Чупров обозначил проблему, о которой не раз говорили жители сельских населенных пунктов. Речь идет о получении льготных лекарств. Как отмечают сельские жители, в аптеках могут не давать лекарства, если они не приобретены в рамках государственного контракта, при этом они есть в наличии в аптечном фонде. Депутат обратил внимание представителей профильного ведомства, чтобы в сельских аптеках предусмотрели взаимозаменяемость лекарственных препаратов и своевременное обеспечение ими жителей села. Как заверили представители департамента, в настоящее время отрегулирована работа выписки рецептов в электронном виде, поэтому они должны своевременно поступать в аптечные сети поселений для предварительного формирования заявок на лекарства. Игрушки нескольких поколений объединила выставка, которая в эти дни представлена в Центре декоративно-прикладного творчества. По словам организаторов выставки, сотрудников окружного этнокультурного центра, здесь найдут интересные для себя люди абсолютно любых возрастов. Взрослые вспомнят о своем детстве, а дети увидят игрушки своих мам и пап, бабушек и дедушек. У каждого экспоната новой выставки есть своя история. Сотрудники Центра декоративно-прикладного творчества расскажут, как менялись игрушки со временем, от деревянных кубиков до современных конструкторов, покажут, чем играли дети в тундре и на селе. Наряду с традиционными славянскими, ненецкими и коми-игрушками на выставке представлены более современные игрушки, оформлена новогодняя елка с винтажными украшениями и Дедом Морозом. Все желающие смогут сфотографироваться в более чем 5 фотозонах. Выставка будет работать до 1 февраля.